между ветеранами 45+, такое возрастное ограничение. И во второй игре турнира встречаются команды «Спутник» в фиолетовой форме и команда ветеранов 65, такое у них забавное название «Диско». Будут, видимо, танцами запутывать соперника. Гаси диска. Жень, включи тебя. Жень. Включи, ну, давайте, да? Ну пусть у меня будет. Причем команда ветеранов 65 играет дополнительный игрок. Играют они в пятером. Как в хоккее. Классический хоккей против команды «Спутника» мини-футбольного коллектива. Матч открытия. У нас уже зафиксирована, точнее, победа. Команда региона 66 обыграла «Локомотив» еще 2-1. И пока что городская команда лидирует в турнире, забрала 3 очка. И вот ждем, кто же в этом, в текущем противостоянии, сможет также порадоваться болельщикам, набрать очки, выйти вперед. Попасть в ворота, попасть! Точно, пока не повезло в этом эпизоде Витали. Пока что только пристреливается. Потому что был черпачок, но мяч все-таки улетел за пределы площадки. И на поле появляется Федор Манжулов. Ставим в вагонке. Андрей разводит аут. Командир на коротке. Но тут включает плотная оборона диска. Разыгрывает аут. Потому что плотный удар. Тут оборона ветеранов 65 справляется. Я не знаю. Не знаешь?
матч у нас два тайма по 10 минут уже. Пятиминутка точно прошла. Уже Динамо может опять отыгрываться. Пас на отбор. Пас назад. Андрей Шатов. Ошибается в передаче. Тренер команды «Юность». Удар и... Ювелину удар. Нижний угол. И счет становится 2-0. Алексей, да, забил? Алексей Матушкин. Ставит уже мат. В дебюте, но время еще есть отыграться. Это был пока не мат, только шаг. Удар с пыла от Андрея Верещагина мимо. Тут не попадает 25 номер. Счет по-прежнему 2-0. Уже весник навязывает команда диска, 8 номер. Идет в свою комбинацию. Приходится покинуть вторыми передачами. Пройти атаку, неудачно. Мяч у ветеранов. Не выстрел. Защитник отбивает. Чаще действует, не дает забить мяч. Пропускаем. Классный ударчик под крыточкой. Мяч створник. Ворот не угодил. Федор пробивал головой мимо. Пятый номер, но тут никто не успел из ветерана. Уже в концовках первого тайма подустали игроки. И нарушение правил. Федор Амаджулов приносит извинения. Помогает подняться. И будет разыгран штрафной удар. Диска 2-1. И буквально на последней секунде первого тайма
Небольшой у нас перерыв. Евгений Владимирович, кто забил? Тимофеев. Тимофеев, а зовут? Юрий. Юрий Тимофеев отличился? Точным ударом от перекладина. Висит это, по-моему, выиграете со спутником. Вот он, автор мяча. Я помню, он в Екатеринбурге забивал самой весь сценарий. Лишний гол забил. Наша сборная круто проиграла. Вот Юрий Тимофеев, гол престижа. Все-таки забил 8 номер. А за весь матч выступал тренер Урала Дмитрий Парфенов. Ну и сам президент даже был Григорий Иванов. Так что вот Юрий не только такой большой футбол играет, но и его тоже действует отлично. 8 номер. И у нас начинается второй тайм. Олег Шатов с мячом комбинирует. От обороны пытается развить атаку команды Диска. И все-таки мяч переходит команде Багонка. Отличный переклад. Навес. Удар в касание. И нет, нет. Не удается Юрию оформить дубль. Оборона Багонки страхует. Напомню, численным преимуществом играет команда ветеранов. У них 5 человек против 4 полевых. Погонка. Как кипер уверенно действует в эпизоде, фиксирует мяч и сразу вперед закидывает. Все рикошеты, мяч летит на трибуну, практически попадая в табло. Тут уже последнего защитника перехитрить не удалось. Классная стенка. Андрей Вещагин один на один, кажется, бьет рикошет. И добивание срабатывает. Вагонка делает еще 3-1 в свою пользу. Не без доли везения, конечно. Мяч затеял ворота, но... Все-таки команда Дзержинского района бита обстановку и... Прошло уже 5 минут второго тайма. Сколько? Ну где-то 5 минут уже прошло. Сколько? 3 минуты, 3 минуты рассказывает нам Евгений Владимирович Федотов. Секундомер у нас не точно, у нас еще тайм-аут туда будет. Поэтому приходится вычитать еще пару минут. И достаточно еще целых 6,5 минут у ветеранов. 65 попытался все-таки отыграться, сделать счет 3-3. Время есть. Удар не получается, мяч срезается. Евгений Владимирович, а третий гол не видели, кто забил? Матушкин. Матушкин зовут? Матушкин же дубль оформил у нас. Супер сейв! Как голкипер спас! У нас продолжается матч. Счет по-прежнему 3-1.
Олег Шатов. Ну, это не родственник. Олег Шатов, я говорю. Это же не игрок питерской «Зенита», это все-таки тренер юности. Евгений Владимирович, как Шатова? Василий. Василий. Я все путаю его с Олегом, называю Олегом. Знаменитым футболистом из «Зенита», а это все-таки Василий Шатов, тренер команды «Юность». И причем они с Олегом даже не родственники. Просто вот так вот однофамильцы. Хотя есть фотографии, где вот Василий Шатов и Олег Шатов из питерского «Зенита» вместе. Когда он приезжал в 2016 году, по-моему. Удалось однофамильцам сфотографироваться вместе. Много они вот фотографии всех запутали, сразу подумали, что это дедушка Олега, дядя, но нет, это просто однофамильца. Кто однофамильца? Олег Шатов, игрок питерского «Зенита», и Василий Шатов. Он родственник и... Отличная комбинация, и 3-3 у нас, вот это да, вот это концовочка. Евгений Владимирович, все-таки родственники они, что ли? Да, он какой-то, дядя какой-то. А мне игроки, его отличные игроки, которых он воспитывает, сказали, что он не страшный, он не родственник. Как не? Ну, у меня такая информация от игроков юности, он же юности тренирует. Они сказали, что он не родственник, просто однофамилец. Мы, наверное, к нему сегодня подойдем и узнаем все-таки. Меня самого этот вопрос волнует, сколько лет, родственники или нет. Потому что они говорят родственники, другие нет. И нужно, наверное, уже к Василию, как по отчеству у него? Не знаю, к Василию Шатову подойти и узнать уже, выяснить, кто же ему знаменитый футболист, а я Шатов из Нижнего Тагила. Поиграл за Урал, за Анжи, сейчас является за сборную России, так что сейчас является действующим игроком питерского «Зенита». Хорошо было возможность диска забить четвертый мяч, но... с этим был не согласен. Хороший плотный удар от седьмого номера, но мимо. Пусть приезжает. А? Он не найдет. Не найдет? Такси музыку уже. Канал Дримис МД оплодит работу. Вызываю его. Умысла не было, поэтому он не считается штрафным ударом. Все нам грамотно объяснил. Последняя минута! Победа, Евгений Владимирович Федотов. Последняя минута уже пошла. 3-3 у нас. И супер гол забивает Юра Тимофеев. Оформляет дубль. И диска делает супер камбэк. Выходит вперед 4-3. Вот это да. Что значит, в прошлом году забил Весенари с каким-то составом, а сегодня Юра и на тагильском уровне демонстрирует мастерство. И Евгений Владимирович, похоже, сейчас даст свисток. Последняя атака. Нет, не удается отыграться по гонке, своим счет. Последние секунды уже идут. Еще возможность серии ударов. И вот все время закончено. И последняя атака будет. Супер победу одержат ветераны. 65. Еще мы их поздравляем. Василий, здравствуйте. Дайте небольшое интервью нам по матчу. Я? Где? Вон он!
молодцы. Я человек неграмотный. Ну, а третий вот меня вопрос три года мучает. Они говорят, что вы родственник Шатова, другие ваши команды, игроки юности, говорят, что нет. Скажите уже правду, вы родственник или нет? Правду пусть отец скажет, что у него отец есть. То есть мы даже от вас не узнаем, родственник или нет. Он его мать. Вот так у нас интрига останется до конца жизни. Спасибо, Василий. Давайте. Вратаря. Мышелов, я знаю, что Мышелов. Герой матча, голкипер. Пропустил всего три мяча. Ну и на этом мы заканчиваем трансляцию этого супер матча, супер камбэка. Комментировал игру Илья Фрилов. Всем спасибо за внимание. До свидания. Удачи.